кажется, мне как-то одиноко. Ой, Костя, мне кажется, я нашел. Может быть, взять эту? А здесь такая моница. Так, небось, книжки читать заставит. Попробуем эту красавицу. Так, пойдем. Привет. Чё надо? Тетя, я тебе письмо принес. Нужно мне твое барахло. Так и знал. Пойду к другой, к заучке лучше. Так, сколько там? 2 + 6. Я тут это принес тебе. Да, что ты мне там принес? Я буду очень рада. Письмо. Держи. Как приятно! Я еще никогда такого не получала. Так, что там у нас? Откроем-ка. Сердечко! Спасибо большое! Ты самый лучший. А ты книжку читать заставлять не будешь, или как? Какие книжки, когда такое счастье случилось? Эх, я думала, ко мне красивая привяжется. Неужели я такой некрасивый? Ой, надо переодеться в одежду для свидания. Так, чтобы мне одеть из своего гардероба шляпку, пантик или вот такой вот костюмчик. Так, наверное, оденем бабочку и костюмчик. Так будет лучше. Просто замечательно. Ну вообще, прям красавчик. Я тут пришел опять. Но не с пустыми руками. Побыстрее бы подарить тебе ее. Ой, как приятно. Вау. Очки спалились. Ой, да пожалуйста.